Всем большой привет! Сегодня я получила свой заказ по каталогу номер 17 в компании Faberlic. Каталог выглядел вот так. И давайте посмотрим, что же я заказала по нему. Была хорошая цена на шампуни от Этно Ботаник, и мама моя решила запастись. В прошлом месяце от BioArctic она свои любимые взяла шампуни, а в этот раз шампунь укрепления от корней до кончиков. Вот такие. Этот шампунь подходит для ослабленных и склонных к выпадению волос. Нравится. Это то, что она обычно меняет между собой. То этими пользуется, то, как я уже сказала, от BioArctic. Хорошее предложение было по всему каталогу Faberlic на серию Витамания и Бьюти Кафе. Если вы берете жидкое мыло и крем для рук, вот примерно весь каталог пестрил вот такими вариантами, то за 169 рублей любой набор. Это касалось как Витамании, так и Бьюти Кафе. У меня подружка решила взять новинку французского десерта. Вот так вот крем для рук выглядит. Очень красиво, конечно, оформлено все. Она ранее брала гель для душа, поэтому аромат ей уже знаком, и сказала, что хочет иметь и вот эту красоту. Тем более, говорит, надо подарки будет собирать. И для подарков очень хорошо пойдут такие варианты. И второе, что она выбрала, это от Витамания. Тоже очень красивая, конечно, пара, упаковка. Это манго и папайя аромат. Вот так. Все ароматы, конечно, на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Но в любом случае, мыло для рук пахнет приятно. Не скажу я, что прям там сильно отталкивающе. Приятный сладковатый аромат. Я сама себе брала от французского десерта мыло. И Витамания у меня тоже есть мыло такое. Ну, правда, еще не пользуюсь, но тестировала аромат. Мне, в принципе, неплохо понравился. Новинки в компании 17 было среди мыл кусковых, и тут я не могла пройти мимо. Мне хочется в свою коллекцию взять несколько новинок, и я взяла одно детское, их вообще вышло два кусочка. Я взяла с ромашком, с экстрактом ромашки и чистотела, вот такое. Это мыло подходит 0+, оно гипоаллергенно. И там еще с маслами было второе, но я не стала брать. И также в новинке в серии «Зима» вышли три новинки. Мыло выглядит как вот картинка. Очень многие девочки показали, как это все смотрится внутри. Было три варианта: «Сладкие традиции», «Зимняя сказка» и «Символ 2018 года» называлось. Но я себе взяла два, а моя подруга взяла себе три. Давайте я положу и вот так покажу сами упаковочки вместе три. Хочу отметить, что аромат у кусочков разный, дизайн кусочков, вот как нарисовано на картинке, здесь собачка, даже цвет отличается. Спереди выбиты вот эти рисунки, сзади у кусочков выбито слово Faberlic. И разница у них в том, что, например, вот этот кусочек 75 грамм, этот 60 и этот 50, сама собачка. А цена 49 рублей каждый кусочек. А вот вес разный. Можно на это обратить внимание. Ну и как бы гвоздь программы, который за собой понес еще один гвоздь. Давайте посмотрим. Это новая помада от Faberlic. Она шла матовая. Вот такая вот новинка. Называется «Первая леди», матовая губная помада. Стоила 399 рублей. И к этой помаде вот здесь предлагался пробник парфюма женского в подарок за 1 рубль. Вот о пробнике чуть позднее. Давайте я вам покажу, какая линейка была. Вот так вот смотрелась помада. Вообще хочу сказать девчонкам, которые за свои деньги покупают все пробники и показывают их на себе. Вот Вика Попридухина, просто ты умничка и золотце. Я сомневалась между двумя оттенками. Я хотела посмотреть
вот этот. Какой-то там розовый, по-моему. Чувственный розовый. Либо уже у Вики я обратила внимание на верхний. Обворожительный розовый. И вот так вот подальше немножко покажу. Вот. Между этими двумя оттенками вот этот, либо самый верхний. И благодаря Вике я выбрала себе все-таки первый оттенок, потому что мне больше понравился он, нежели второй. Ну, давайте теперь, не буду томить, покажу. Оттенок номер, ну, артикул 40034. И сама помада выглядит похожей на ту, которая была у нас с зеркальцем. Тут тоже, видите, есть зеркальце, но помада несколько иначе выглядит. Также у нее кнопочка выщелкивается. И вот так выглядит цвет. Это полностью матовая помада. Выглядит она вот так. Я ее сегодня носила в течение, наверное, 2 часов. Даже так получилось, что ко мне приходила сестра, и она тоже ее нанесла на себя, и мы наблюдали. Что удивительно оказалось, вот впервые так у меня получилось, что одну и ту же помаду я с сестрой вместе нанесла. Многие знают, что она у меня блондинка, и у нее подтон лица розовый. Я брюнетка, и мой подтон лица желтый. Так вот, эта помада на нас смотрелась настолько по-разному, как будто мы накрасили 2 разными оттенками. У меня этот тон уходил в фуксию, потому что пигмент губ, ну, такой, который уходит в фуксию, получается. А у сестры она уходила в коралл. Вот. И тот вариант, который вы видите, больше похож на вариант сестры. У меня она прямо даже темненькой смотрелась на губах. Вот такая интересная. И вот так вот близко, если оттенок. Помада понравилась. Она не сушит губы. Удивительно, но для матовой помады. У меня, когда она даже стерлась с губ, не было чувства, что надо быстрее какой-нибудь бальзам наносить, иначе все сейчас пересохнет. Ну и, собственно, пробник, который мне дали в подарок за, ну, за 1 рубль, да, вот так вот он выглядит. Я не буду долго показывать, как выглядит сам пробник, но покажу в следующем уже, в 18-м каталоге, как выглядеть будет сама водичка. Здесь и мужская водичка, вот она здесь стоит. Если вот поближе посмотреть, то я так поняла, здесь вообще какой-то, как будто ручка, что ли, вот не очень понятно, темновато. Вот так оригинально очень упаковано. И вот так вот выглядит женская водичка. Называется Бомонд. И поближе покажу описание, что тут заявлено. Тут написано, что это фруктово-древесный аромат с пряными нотами. Но вот фруктового ничего в описании я не заметила. Тут и пион я вижу, по-моему. Давайте поближе посмотрю. Вы-то, наверное, уже все увидели. А, тут гордения, роза и фиалка. Да, не пион, а фиалка. А нет, бархатистая роза, да. Потом идет роза. Пион с розой вообще немножко перекликаются своим ароматом. Но первое, что я почувствовала, вот прямо вот самое первое, это сладость клубники или малины. Вот чего-то, правда, фруктового. Но здесь это не заявлено. И вообще вот эта вот сладость, она как бы немножечко такая, даже навязчивая, сильная. Получается, аромат достаточно стойкий. И я его представляю себе в хороший такой мороз на улице. На меху или на чем-то таком. Но это очень сладкий такой аромат, зимний. И достаточно мне показалось стойкий. Каждый аромат будет стоить 999 рублей. А можно набором взять за 1599 оба. Вот. Поэтому получается выгоднее взять целый набор. И мужской, и женский. Давайте я мужской покажу вот так описание поближе. Потому что у меня пробника нет. Но, может быть, кого-то заинтересует вот так вот
что здесь написано. Надеюсь, не отсвечивает и все видно. Вот так. Но в любом случае это только мое восприятие аромата, поэтому, конечно, только советую брать пробники. У меня нос оригинальный, мне, например, и бьюти-кафе не пахнет совсем противно, как многие говорят девочки. Для меня достаточно приятный аромат. Ничего вау я там не чувствую, но вот приятный, отдаленный такой легкий десерт я слышу в аромате. Вот. Ну, себе бы я такой не купила, слишком сладко для меня. Прямо вот такой, даже сладость такая тяжеленькая. Но если вы любите вот такое зимой, то может быть. Ну и дизайн самого парфюма, конечно, очень красиво смотрится. Все, на этом весь мой заказ. Надеюсь, интересный. Но для меня интересный, потому что вот помада меня очень интересовала, и я ее ждала. Мне хотелось не полуматовую, а именно матовую помаду. Долго я думала, Вейвен брать, не брать. Меня многое смущало. Но в итоге я решила, что из этих двух компаний я возьму полностью матовую помаду, именно эту. И не ошиблась, мне понравился оттенок. Все, счастливо всем, всем приятного вечера и всем пока!